Можно ли совмещать занятия спортом это и курить? Смолы, это легкое, это как ты будешь бегать? Как ты не, будешь, ну а если пауэрлифтинг? Да тоже, там дышит ну, не меньше, когда на тебя давят бешеные веса, ломает экипировка тебя. Не, это вредно. Если без экипировочной. Когда у тебя ломаются колени тогда. То есть мешает? Конечно, там... Колени целые. К сожалению, как спортсмен, имею такую вредную привычку, вот, как табакозависимый. Вот. И здесь я уже точно на своем опыте могу поделиться, что курение, по сути, да, спорту вредит по одной простой причине. Невозможно раскрыть потенциал своих легких в полной мере, когда, собственно, куришь. Вот и все. А там, где нет возможности, как говорится, свободно дышать, там и любое динамическое движение будет в минусе. Любое. Поэтому, в том же пауэрлифтинге, соответственно, если там, в тренировочном процессе это там многоповторные подъемы штанги или многоповторные жимы, все равно как ни крути, но с сигаретами дышать однозначно тяжелее, чем без них. Насколько снижает эффективность? Там, на 10%, на 20%, либо в два раза? Вот. Так, я думаю, только специалисты смогут ответить. Но мне почему-то кажется, если бы я не курил, да, я бы мог показывать результат однозначно лучше. Ну, совмещать можно? Спорт? Прогрессировать, скажем так. Да, я навіть не пробую, не буду пробувати. І скажу, напевно, що мені здається, що це заважає тільки розвитку в спорті, в любому виді. Курение не могу сказать, потому что не курю. Может быть, какие-то друзья, знакомые. Друзья-знакомые, есть друзья-знакомые, которые курят, занимаются, но я считаю, что их показатели хуже от этого. Они были бы лучше, если бы они не курили и так далее. Я понимаю, в беге однозначно мешает. Конечно, в кроссфите, в гиревом спорте. В эстафетах. В эстафетах это нужна выносливость. Естественно, если ты куришь, ты будешь задыхаться, и тебе будет тяжелее на выносливость работать. А если говорить о пауэрлифтинге? О пауэрлифтинге... Либо жимом лежа человек занимается. И не знаю, там вроде бы выносливость не нужна, но все равно я считаю, это плохо. Честно говоря, я вообще ни разу не пробовал курить до 16-го года. Потом что-то пошло не так. Но я не могу сказать, что это хорошее дело. Я постоянно не курю, бывают кальянчики. А что-то поменялось вот в тренировках? Нет, изредка кальянчик. Я вообще не курю, сигареты не курю. Но в 16-м году, к сожалению, чего попутал, я попробовал. Мы же видим иногда людей, чемпионов, которые курят. Курят-то, если наркотики употребляют. Есть же допинг-контроль, есть драг-контроль. Я думаю, что это в минус. У меня так сложилось, что у меня организм не принимает вообще никакой никотин, табак, разнообразные, скажем так, курительные смеси. Он у меня просто не принимает априори. Очень плохо на это реагирует. Не твой пример пускай, в принципе, ты же наблюдаешь многих людей, спортсменов. В принципе, не мешает. В принципе, курение не мешает. Что хуже, если человек пьет или курит? Я думаю, пьет. Что, друзья, как мы видим, мнения атлетов разделились. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на канал. And we'll keep on fighting till the